Спортивная жизнь на пляже под Первомайским спуском не затихает ни на минуту. С июня месяца здесь танцуют и занимаются спортом в рамках акции «Самара в движении». 28 июля здесь открылся фестиваль пляжных видов спорта. Самара, да, это столица спортивная нашего региона. Столица спортивная Поволжья, поэтому все самое интересное, все самые интересные спортивные события происходят именно здесь. У нас красивейшая набережная, прекрасный пляж. И такой спортивной зоны, как у нас на нашем пляже, нет, пожалуй, нигде. Ну, ни в одном городе России. В этом году фестиваль собрал максимальное количество участников. Более 1000 человек соревнуются в разных видах спорта. Это футбол, волейбол, теннис, паркур и другие. Много, на самом деле, в сравнении с прошлыми годами, достаточно много. То есть с разных городов много народу приехало. Так что ожидается хорошие соревнования. В пляжных видах спорта решили поучаствовать и жители других регионов России. Александр Илюхин приехал в Самару из набережных Челнов. Жаркая погода не стала для него препятствием. Мне больше всего нравится, конечно, пляжный волейбол, и я приехал поучаствовать именно в пляжном волейболе. Но, как и любой спортсмен, отношусь положительно к любимым видам спорта, потому что, ну, Самара в движении, все счастливы, рады. Почему нет? Всего на пляже под Первомайским спуском работают 20 площадок. Главная задача фестиваля – объединить любителей спорта из разных городов России и дружественных стран. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.